Знойные дни вернулись в столицу. Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении. Ближайшую неделю в Минске ожидается выше 30 градусов. А в столице в пятницу, субботу и воскресенье максимальная температура прогнозируется плюс 30-32. При этом осадки маловероятны. Были установлены новые рекорды максимальной температуры для июня, которые на некоторых пунктах не отмечались более 100 лет. Теперь у нас новый рекорд максимальной температуры для июня. Абсолютный максимум составляет 37,1 градуса. Жаркая погода буквально заставляет искать в городе места похолоднее. За теньком идут в парки, а за прохладой – к столичным фонтанам. Ну, я в основном днем не ухожу на улицу, я сижу дома под кондиционером, мне нормально. Очень жарко, вы знаете, спасаюсь только кондиционером дома, когда нужно выходить на улицу, тяжело. Ну, комфортно, вы знаете, когда градуса 23 максимум. На самом деле, я рада, что так жарко, потому что, мне кажется, мы настолько привыкли, что у нас все время холодно, а сейчас мы пожили немножко в тепле и как-то подрасслабились немножко от этого всего. В